Всем привет! Вы на канале «Да для всей семьи». Сегодня готовлю очень вкусное простое блюдо из филе куриного бедра. Для приготовления я взяла одну упаковку куриного филе. Вес у нее был 900 граммов. Каждый кусочек филе отбиваю с помощью молотка и полиэтиленового пакета. Пакет использую для того, чтобы не было брызг. Отбиваю только с внутренней части. Так поступаю с каждым кусочком. Выкладываю филе на разнос, солю. Добавляю также приправ. Приправы у меня для вторых блюд. Можно использовать любую приправу, которая у вас есть. Еще делаю состав из 2 столовых ложек устричного соуса, 1 чайной ложки горчицы и 2 столовых ложек майонеза. Перемешиваю и развожу эту смесь еще соевым соусом, где-то добавляю 3 столовые ложки. С помощью кисточки покрываю каждый кусочек курицы этим составом. И оставляю буквально 20-30 минут. Теперь можно заняться вторым ингредиентом для нашего блюда. Это картофель. Его нужно, конечно же, почистить и нарезать вот такие тонкие слайсы. Мне потребовалось 5 больших картофелин. Противень смазываю растительным маслом и выкладываю картофель черепицей. Слой тонкий, не толстый. Так картофель у нас хорошо пропечется и будет хрустящая корочка у него. Картофель нужно немного подсолить, можно в принципе добавить даже приправ, но я приправы не добавляла. На картофель выкладываем кусочки филе той части, которую мы смазали. Вверх покрываем оставшимся составом. Блюдо наше будем отправлять запекаться в разогретую духовку при температуре 170 градусов минут на 40-50, возможно даже на час. За процессом лучше следить самостоятельно, так как у всех духовки разные. За 10 минут до конца готовки покрываю наше блюдо все сыром. Кстати, на моем канале уже есть несколько интересных рецептов приготовления блюд из филе куриного бедра. Ссылки можно найти внизу в описании к видеорецепту. А если вы любите смотреть короткие ролики, заходите в мой инстаграм. Ссылку тоже можно найти внизу под видео, либо вот здесь вы видите на экране. Наше блюдо готово, оно очень вкусное, простое и сытное. Если нравится рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. А я вам говорю огромное спасибо за просмотр, желаю хорошего настроения и здоровья. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.